Прекрасно. Пригодится. Все спокойно. Лейтенант, я в баре. Любишь текилу? Сейчас бы не отказался. А я вот виски хочу. Шотландского? Я пью бурбон. Как деревенщина. Именно. Обожаю кентукки. Да ты совсем того, лейтенант. Это точно. А то...
Пригодится. Что это сейчас было? Где ты прячешься? Пропускайте углы. Видишь их? Ты в порядке, Джонни? Вроде все чисто. Отлично. Встретимся в церкви. Не расслабляйся. Спускаюсь. Что делать в случае ядерного взрыва? Ну? Держать винтовку на вытянутых руках, чтобы расплавленный металл не капал на берцы. Армейский юмор. Не смешно. Еще. Я тоже кое-что знаю. Ну, послушаем. Почему птицы летят на юг? Потому что им трудно идти туда пешком. Неплохо. Я так всю ночь могу. Гоуст. Джонни, ответь. Я нашел тоннель. Площадь с церковью на том конце туннеля. Еще немного. Ты почти у цели. Гоуст. Не сворачивай и иди к церкви. Рядом противник! Проверка связи.
видишь церковь? Ага. Отлично. Ты на верном пути. Иди дальше. Гоуст, тут все перекрыто. Попробуй срезать через магазины. Лейтенант, кажется, я нашел дорогу. Там полно теней. Я их задержу, а потом мы встретимся у церкви. Захватим машину и свалим. Понял. Задаем жару, Джонни. Осталось недолго. Будет мое. Всем теням! Враг возле церкви! Да ну нахрен! Гоуст, это был ты? А кто еще? Иди! Полезная находка. Нужен магазин! Ты видишь цель? Проверяйте углы. Здесь сейчас противник. Упустили. Прячешься. Я знаю, ты здесь. Где-то здесь. Правда ведь? Но отдохнуть-то надо. Гоуст, как слышно? Выходи. Джонни, в церкви гости. И они не за отпущением грехов сюда пришли. Иди на ступени. Я буду там. Понял, лейтенант. Что там? Противника нигде нет. Поищи там. Понял. Где ты прячешься? Что? Слышите меня? Слушаю. Доложи остановку. У меня тут тихо. Понял. Это что за херня? О, черт! Слышно? Выходи. Джонни, в церкви гости. И они не за отпущением грехов сюда пришли. Иди на ступени. Я буду там. Понял, лейтенант. Это что за...
будет. Докладывайте сразу. Может быть нарушитель. Собираемся. Огонь на подавление! У нас потери. Это Скотт. Убрал его. Они убили тень. Расставить посты. У нас потери. Это что? Проверить район. Кто что увидит, докладывайте. Внимание, в районе может быть нарушитель. Если позволите.
пригодится. Нам нужен транспорт. За мной. Будь начеку. Они знают, что мы здесь, и знают, кто мы. Скоро их еще больше набежит. Контакт прямо по курсу. Вижу. Не отставай, Джонни. Сыну. На котором сможем уехать. Твою мать, аккуратней! Суп, впереди пикап. Фары горят. Вижу! Джонни, я поведу. Садись рядом. Ну вот, Джонни, прорвался. Мы прорвались. Держись. Чистая работа. Назад! Спасибо. Гони. Я прикрою. Где это мы? Это убежище Алехандро. Он дал мне координаты. А мне почему не дал? Незачем было. А если было бы? Нажимная пластина. Алехандро сделал. Умный засранец. Там. Не двигайся. Кто здесь? Родольфо. Соп. Гоуст. Вы живы? Так точно. Рад видеть вас, амигос. Взаимно, амиго. Неплохо. Где вы были? В бегах. Я был в бегах. Гоуст меня ждал. Это нормально? Нет. Да. Мы же команда. Все мы. Я должен все исправить, и мне нужна помощь. Один в поле не воин. Почему Грейс предал? Мы этого не знаем. Лас-Альмас купит любого. Но не нас. Пока что генерал Шепард, Ласвелл и все остальные, кроме нас троих, считаются врагами. Угу. Но есть исключение. Алехандро? Его нужно вернуть. Идем. Грейс держит его здесь. В своей личной секретной тюрьме. Мои бойцы тоже тут. И как им помочь? Вломившись туда. Вот за что я люблю Гоуста. Этого явно не хватит. Есть еще.
Хорошо. А как? Нам бы еще тачку. Лучше бронированную. Грейвс перекрыл улицу.